Дамы и господа, впервые на канале новая рубрика. У нас были самые худшие интро, у нас были самые лучшие интро школьников на ютубе, Майнкрафт. И настало время, когда я должен вам представить новую рубрику под названием «Самые худшие аутро». Не правда ли? Эпично звучит. Друзья, как вы можете видеть, этот выпуск получился не особо большим, а все потому, что мне нужна критика от вас. Если после просмотра этого ролика он вам понравится, то напишите, пожалуйста, в комментариях, продолжать мне снимать эту рубрику или нет. Все зависит от вас. Поэтому, друзья, ставим лайк, подписываемся на канал, включаем колокольчик, чтобы получать все уведомления о видео. И начинаем. Поехали! Мне стало плохо от этого аутро. Если честно, я могу дать телефон любой из моих трех собак, и они снимут намного лучше. Бедная моя шея еще искривляться так. Ай, кошмар. This is my outro. Please subscribe. Как же я обожаю бумажные интро. Просто сладо для моих ушей и глаз. Ну, вы знаете, в принципе, это. Поберегите глаза. Люди, страдающие эпилепсией, лучше отойдите от экранов, потому что следующее интро немножечко мигает. Вы меня поняли. Мне понравилось, как он неправильно написал слово «лайк». У него 5 слов в аутро, и он смог, он додумался допустить там ошибку. Как так возможно вообще? Иди мусор вынеси! После этого... этого парня вообще никто никогда не видел. А, кстати, там написано «фиксай лох», ребят, перемотайте, посмотрите. Да за что? Это из-за того, что это бумажное интро или что? Отличное интро, да. Итак, короткий совет о том, как не нужно записывать аутро. Никогда не напевайте поверх музыки, дабы скрыть авторские права. Рекомендую вам просто взять песню с авторскими правами и вставить ее, но никогда в жизни не напевайте песню, потому что это ужасно. Хотя, в принципе... Девочка из Китая, девочка из Китая, девочка из Китая. Вам-то наверняка это лучше знать. Я ни на что не намекаю. Ой, а ты еще здесь? Спасибо огромное за просмотр видео. Если тебе понравилось, то, пожалуйста, нажми лайк. Если реально тебе понравилось, то поделись с друзьями. Ред, честно скажу, это аутро, оно реально классное. Но вот если я был бы на его месте, то мне кажется, что предмет, который был у него в руке, оказался бы либо у меня в ноге, либо бы... Кто сказал бобы? Либо я оказался бы без пальцев, либо я просто проснулся в больнице. Парень реально красавчик, молодец. Я вас уверяю, это самое лучшее аутро, которое я видел в своей жизни. Просто потому, что это Шрек, и просто потому, что я знаю этот мем. Песня идеальная. Снова вынужден вас предупредить, так как следующее аутро опять с эпилепсией. А я вас предупреждал. Аж мурашки по коже пошли. К сожалению, друзья, это все на сегодня, так как это единственное аутро, которое я смог найти в интернете. И я надеюсь на вашу помощь. Внизу будет ссылка на мою группу ВКонтакте. Там я сделал пост, где вы можете присылать все ваши найденные аутро. Поэтому, если вы хотите попасть в ролик, то обязательно прямо сейчас спускайтесь вниз, заходите в группу ВКонтакте и отправляйте свои худшие аутро. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расхреначивайте кнопку лайка. А с вами был Фикса. Всем до скорой встречи. Пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.